Друзья, оказывается, не каждый знает, как включить на iOS 15 перевод текста через камеру, либо же это будет через сделанное фото, которое вы сделали. Как раз в сегодняшнем видео я вам об этом расскажу, как активировать эту функцию. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Делается довольно просто. Вам нужно будет перейти просто в настройки, основные, язык и регион. И там вы должны активировать ползунок онлайн текст. Я вам сейчас наглядно это все продемонстрирую. Значит, что для этого нужно? Переходим в настройки, основные, язык и регион. И активируем онлайн текст. После этого у вас будет все работать. Сами видели, друзья, ничего сложного нет. Я думаю, каждый из вас будет доволен. На iOS 15 вы эту функцию активировали и можете полноценно использовать. Кто не знал, напишите в комментариях и поставьте, конечно же, лайк под этим видео. Также хочу вас попросить, не забывайте то, что у меня есть еще второй канал, он называется Just Run. У нас сезон открыт, и хотелось бы набить немножко подписчиков и уже делать какой-то контент для вас. Для меня это будет очень приятно, если вы поддержите мой второй канал по подсказке в описании, и в закрепленном комментарии точно так же будет ссылка. Дальше больше, скоро увидимся.